6 недель назад в Харцизском роддоме на свет родились две очаровательных девочки-двойняшки. Новорожденные появились недоношенными, и крохам была немедленно оказана квалифицированная врачебная помощь. Между тем, материнских объятий малышки до сих пор так и не дождались. Мама бросила их еще в роддоме, написав официальный отказ от детей. Крохам 1,5 месяца от роду. Они появились на свет 17 октября, но до сих пор пока не ощутили материнской заботы. Сразу после рождения девочек перевели в Донецкую детскую клиническую больницу, а еще через день от малышек отказалась их нерадивая мать. Буквально через 2 дня мы получили сообщение о том, что мама в силу своих сложных жизненных обстоятельств изъявила желание отказаться от детей. Как бы с мамой была проведена работа, предложен ей ряд социальных услуг, но, к сожалению, мама не изъявила желания, не изменила мнение по поводу отказа от детей. Детки остались временно пока в детском отделении. Значит, в Донецке. На сегодняшний день дети находятся у нас в детском отделении города Харциска. За славными двойняшками сегодня ухаживает весь персонал детского отделения Харцизской горбольницы. Здесь девочки живут уже почти 2 недели. Родная мать судьбой зеленоглазых красавиц не интересуется. Малышки, между тем, уже немного окрепли, подросли и, главное, хорошо набирают в весе. Старшая девочка, та, что крепко спит, поправилась уже на целых 600 грамм. Ее вес сегодня 2,5 килограмма. Хорошо идут дела и у младшей сестренки, успокоить которую пытается старшая медсестра отделения. Девочка родилась с весом всего 1 килограмм 600 грамм. С того дня набрала еще 700. Дети хорошо кушают. Такие наши девочки спокойные, хорошо себя ведут. Так что всех специалистов уже прошли, и вроде бы все сказали, все нормально. Так что готовимся детей отправлять в дом малютки. Маленькие жительницы детского отделения, от которых отказались родители, пока еще этого не осознают. Как и того, сколько сейчас людей переживают за их судьбу. Узнав о брошенных детях, неравнодушные горожане разместили в одной из популярных среди мамочек Харциска группе в соцсетях сообщение о сборе помощи для крошек. Отклик людей не заставил себя ждать. Узнали чисто случайно, наткнулась в социальных сетях, в группе мамочек Харциска, увидела этот пост о помощи. Безусловно, не смогла пройти мимо, потому что сама являюсь мамой двойняшек. Это очень тяжело вырастить, выкормить. И узнав о такой беде, ну, все, что смогла, собрала, привезла. И в дальнейшем тоже хочу помогать. Постов очень много, желающих очень много. Все мы мамы, все мы имеем сердце, и пройти мимо это тяжело. Поэтому в течение дня, я думаю, еще здесь будут желающие. Действительно, желающих помочь малышкам оказалось много. Кто-то, так же, как и Кристина Брунько, лично принес для грудничков питание памперсы. Другие решили действовать сообща. Сначала собрали довольно большую партию гуманитарки и лишь затем заглянули со всеми подарками в детское отделение. Я хочу сказать большое спасибо. Очень многие откликнулись и приносят нам питание, во-первых, дети, ну как с Донецка перевели, они на биолакте, и мы не хотели их ни на что переводить на другое питание, потому что, чтобы желудочки уже как-то попривыкли и не было никаких осложнений. И большое спасибо, очень большое спасибо за памперсы, так как в день идет для детей на двоих 10 памперсов. Специалисты отдела по делам семьи и детей администрации Харциска, в свою очередь, сегодня занимаются оформлением для девочек свидетельств о рождении. А также готовят все необходимые документы, чтобы определить детей на полное гособеспечение. В настоящее время ведется сбор документов и медицинское обследование, то есть по состоянию здоровья уже будет определено после того, как мы получим путевку в Министерстве здравоохранения, будет определено, куда дети, именно в какое государственное учреждение дети будут направлены. В любом случае, после 2 месяца, когда детям исполнится 2 месяца, дети будут подлежать усыновлению, и приоритетом отдела по делам семьи и детей является определение детей данной категории в семейной форме воспитания. Естественно, наша задача будет найти детям семью.
Желающие, кто, может быть, хочет усыновить деток, кто изъявит желание подарить любовь и ласку таким детям, могут обращаться к нам в отдел по делам семьи и детей. Мы находимся в администрации города Харциска, 123 кабинет. Медики Харцизской ЦГБ днем и ночью заботятся о двойняшках. И, конечно же, верят в то, что малышек ждет счастливая судьба в любящей семье, которая непременно когда-нибудь появится.